22 декабря в Риме прошли акции протеста студентов и молодежи против реформы системы государственного образования. Подобные акции на днях уже выливались в массовые беспорядки. Чтобы предотвратить их, полиция перекрыла большую часть городского центра. Митингующие выступают против планов сокращения государственных расходов на образование. По их мнению, реформа может привести к падению качества обучения и отсутствию перспектив для трудоустройства дипломированных специалистов. Протестные акции студентов прочно связаны с именем министра образования Италии Мария Стеллы Джелмини. «Мы находимся здесь в знак протеста против министра Джелмини и показываем, что после 14 декабря мы не разрознены, мы не призываем к насилию. Мы здесь, чтобы просто продемонстрировать и подтвердить наши идеи». На прошлой неделе, 14 декабря, студенческие акции протеста здесь вылились в столкновение с полицией. Многотысячная манифестация была приурочена к голосованию в парламенте по вопросу о доверии правительству Сильвио Берлускони. В результате столкновений между манифестантами и силами правопорядка были ранены около 100 человек, более 40 арестованы. В этот раз студенческие лидеры заявили о мирном характере выступлений. Они пообещали, что не будут проникать в запретную для манифестантов городскую зону и нарушать полицейские заграждения. «Мы будем продолжать пытаться заставить их услышать нас, но, похоже, они совсем глухие. Мы также попытаемся заставить их слушать с помощью других форм протеста». Правительство считает, что сокращение расходов на образование необходимо для уменьшения раздутого государственного долга Италии. Реформа призвана создать более качественную систему, которая будет соответствовать требованиям работодателей. У студентов иное мнение. Манифестации и другие акции протеста молодежи против реформы государственного образования также прошли и в других городах Италии.